информационные итоги дня подводим на телеканале «Санкт-Петербург». Меня зовут Александра Вараксина. Добрый вечер. И вот главные темы выпуска. Разработка, которая спасает жизни. Создатели вакцины «Спутник Ви» удостоены государственной премии по науке. Награждение пройдет в Кремле при участии Владимира Путина. Евро-2020 – безопасный футбольный праздник. 5000 – это ни много, ни мало, 5000 – это безопасно. У нас работает система оповещения, мы будем говорить людям заранее и в метро, и на подходах о том, что зоны переполнены, и будем направлять их в другие зоны. Фан-зоны, фуд-корты и другие популярные места для болельщиков готовы к открытию чемпионата. Символ наступающей красивой жизни. Так было в 30-е годы прошлого века. Мы доказали всему миру, что способны создать поезд и запустить поезд, который лучше, чем у капиталистов. Но он у нас как бы для красоты. Ровно 90 лет назад в свой первый рейс отправилась «Красная стрела». Экстренно покинуть субмарину на глубине 8 метров. Включиться в аппарат. Экипаж строящейся подводной лодки «Магадан» провел учение. Создатели вакцины «Спутник Ви» удостоены государственной премии по науке. Церемония награждения с участием президента Владимира Путина пройдет в Кремле в День России 12 июня. Также госпремии вручат за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Эта награда является высшим признанием заслуг перед обществом и государством. Кроме денежного вознаграждения, а это 10 миллионов рублей, лауреаты получат диплом и почетный знак. Горячее питание для школьников правительство выделит регионам еще 128 миллионов рублей. Работа ведется по поручению Владимира Путина. Благодаря этой поддержке еще больше образовательных учреждений смогут организовать бесплатные завтраки и обеды для учеников младших классов. Субсидии получат 195 школ из 10 регионов. Это Ингушетия, Карелия, Крым, Архангельская, Иркутская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Ростовская и Рязанская области. В Петербурге все учащиеся начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием. Заседание Координационного совета по вопросам попечительства в сфере защиты, социальной защиты прошло в Смольном. Совет возглавил губернатор Александр Беглов. Глава города отметил, что администрация Петербурга давно работает в партнерстве с некоммерческими организациями, которые обеспечивают соцуслугами граждан, получая бюджетные субсидии. Общая финансовая поддержка социально ориентированных структур в прошлом году составила более 2 миллиардов рублей. Мы практически каждый год увеличиваем статью расходов по этой части. Как бы здесь мы не экономим деньги, но и как экономить на тех потребностях, которые нуждаются жители нашего города. Председатель комитета по социальной политике Александр Мороженков предложил создать единую информационную систему, с помощью которой петербуржцы смогут найти любую необходимую организацию. В Петербурге зарегистрированы более 9000 НКО, более 40% из них социально ориентированы. Треть работает более 20 лет. Линэкспо развернет дополнительные мощности для лечения больных коронавирусом в ближайшее время. Там оборудуют еще 295 коек. В 2 корпусах смогут разместить больных и в среднем, и в тяжелом состоянии. Подробнее расскажет Виктория Демина. 2500 коек в Линэкспо готовы принять пациентов с ковид. Поступающих больных размещают в 2 павильона, 5 и 7. В спокойном и размеренном режиме, рассказывают в госпитале. Ситуации в прошлом году не сравнить. Сейчас занята только 5-я часть коек. Около 250 пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания. Чуть больше 200 с легкой формой. 2 из которых успели сделать прививку и именно благодаря ей переносят болезнь без осложнений, рассказал начальник временного госпиталя Руслан Дмитришин. Из 210 пациентов только 2 пациента находятся те, которые прививались раньше. Причем один пациент после первого этапа прививки, второй после 2 прививок. Причем данные пациенты находятся именно в 7-м павильоне, так как болеют легко. Врач отмечает, ношение масок и вакцинация – важная мера профилактики. Город прекрасно показал соблюдение мер безопасности на Петербургском международном экономическом форуме. За время проведения форума только одна пациентка к нам обратилась, причем она обратилась с бессимптомным течением. Просто при поступлении на работу, значит, было определено ПЦР-плюс показатель, ее тут же, не заходя, не запуская на форум, отправили к нам.
Больше половины пациентов Ленэкспо сегодня студенты, рассказывают в госпитале, многие из которых учатся на Васильевском острове, в СПбГУ и Горном университете. Поддержать молодых людей пришел глава района Эдуард Ильин. Он передал продуктовый набор от социально ответственных предпринимателей. В основном это помощь для иногородних студентов, которые оказались в стационаре без поддержки родных и близких. В Василеостровском районе второй компонент вакцины получили уже больше 20 тысяч человек. У нас создано до 12 выездных бригад, значит, к тем нашим жителям, которые по каким-то причинам не могут посетить привычный пункт. Бригада выезжает на дом. Естественно, мы информируем, посылаем персональные приглашения, то есть через управляющие компании. Добавлю, в июне для оказания помощи пациентам с COVID-19 был перепрофилирован госпиталь для ветеранов войн. Мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате «Заря» увеличена до 660 мест. А накануне матчей чемпионата Европы по футболу подготовлены более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате «Балтиец». Виктория Демина, Александр Чуев, новости, телеканал «Санкт-Петербург». Ну что же, Петербург на пороге большого футбольного праздника. До старта Евро-2020 осталось уже меньше 2 суток. И город сделал все, чтобы принять чемпионат с соблюдением всех норм безопасности. На стадионе «Газпром-арена» развернули мобильный прививочный пункт, где уже вакцинировались 275 волонтеров Евро-2020. Ну а Роспотребнадзор назвал допустимое число гостей для фан-зон единовременно на Конюшенной площади. И в зоне для фанатов на Дворцовой смогут находиться не более 5000 болельщиков. Ну, кстати, площадки уже почти готовы к открытию, остались последние штрихи. Телеканал «Санкт-Петербург» подготовил видеоролики, которые расскажут интересные факты о нашем городе, а также будут информировать гостей о предстоящих матчах. Подробнее Дмитрий Аксенчик. Заканчивается монтаж сцены и павильонов. Экраны, фудкорты, магазины для продажи сувениров и огромный футбольный мяч уже на месте. За 2 дня до начала Евро-2020 возведение футбольной деревни на Конюшенной площади вышло на финишную прямую. По словам организаторов, место идеальное для семейного времяпрепровождения. Если фанаты папы будут болеть, там сказать, на большом экране и смотреть матчи чемпионата Европы, то дети могут себя увлечь и развлечь, там сказать, аквагримом, рисунками, на картоне пожеланиями, как бы сказать, нашей сборной, другим сборной, за которые они болеют. С досугом у взрослых болельщиков проблем возникнуть тоже не должно. По плану ежедневно любительские футбольные мини-турниры, конкурсы с призами, мастер-классы и, конечно, концерты. Первый в день открытия. Это группа Animal Jazz. Также различные абсолютно по формату группы нас ожидают на протяжении всех дней работы футбольной деревни. Ну, например, там, да, на следующий день, в День России, у нас будет выступать группа Markscheider Kunst. А еще один из них будет группа Ottawa Yo. То есть мы постарались максимально расширить диапазон групп. В сердце фан-зоны Петербурга ведут 3 основных входа. Их уже оборудовали рамками безопасности, а выходы расположили так, чтобы не создавать большого скопления людей. Термометрия и масочный режим, пожалуй, это главная особенность Евро-2020. Одновременно в фан-зоне смогут находиться не более 5000 человек. Такое же ограничение будет действовать в фан-зоне на Дворцовой площади. 5000 – это ни много, ни мало, 5000 – это безопасно. У нас работает система оповещения, мы будем говорить людям заранее и в метро, и на подходах о том, что зона переполнена, и будем направлять их в другие зоны. Между площадками будет постоянно происходить обмен данными. Как только мы понимаем, что на какой-то площадке густо, мы просим, да, перераспределить эту информацию, передать эту информацию в другие зоны и таким образом перераспределить гостей. Наша основная задача – приложить все усилия, чтобы снизить вот этот эффект переполнения на площадках. Информировать болельщиков будет и телеканал «Санкт-Петербург». Последние новости, ролики с данными о ближайших матчах с субтитрами на английском языке будут транслироваться на экранах в шаттлах. Сотню трамваев и троллейбусов Петербурга переодели в спортивную форму с символикой турнира. Необычные подвижные составы можно встретить во всех районах города. Дмитрий Аксенчик, Андрей Спиридонов, телеканал «Санкт-Петербург». Что на самом деле значит слово «маскот» и почему мы говорим «голевой», а не «головой»? Ответить на эти вопросы болельщикам поможет и новый футбольный словарь. Книгу презентовали сегодня в Институте имени Герцена. Этот труд стал расширенной версией карманного словаря, который увезли с собой многие фанаты чемпионата мира 2018 года. Книга «Футбол» описывает около 1000 слов русского языка, составляющих ядро лексики самой популярной в мире игры. Статьи рассказывают и об аналогах русских терминов из английского и французского языков. Презентацию подготовили специально к Евро-2020. Словарь усовершенствованный, и я надеюсь, что это еще не последняя версия.
что обязательно возникнет еще и приложение, где мы сможем на экране увидеть, что такое офсайд, что такое пенальти там и все прочее. Вот. Думаю, что это интересно и правильно. Только хорошее дело имеет продолжение во времени. Спасибо, друзья, что мы все здесь вспомнили футбол. Это замечательная пропаганда этой прекрасной игры, которая радует. И у нас сейчас чемпионат Европы вот-вот на носу. И мы еще и бельгийцев, не дай бог, победим. Более сотни экземпляров словаря сегодня раздали на автограф-сессии с авторами. Тираж для широкого читателя отправится в магазины уже в ближайшее время. Девяносто лет сегодня отмечает легендарная «Красная стрела». В ночь с 9 на 10 июня 1931 года из Ленинграда отправился поезд повышенной комфортности. До столицы он домчался за рекордные по тем временам 9 часов 50 минут. Но пассажиры искали здесь не только скорости. «Красная стрела», изначально организованная для высшего партийного руководства иностранных дипломатов, вот уже век без малого по-прежнему держит марку. Евгений Соловьев наблюдал за подготовкой к юбилейному рейсу. Для каждого гостя северные столицы – это просто предел мечтаний. Посетить Эрмитаж, увидеть разводные мосты и обязательно прокатиться на «Красной стреле». В 30-е годы прошлого века это как бы символ наступающей красивой жизни. Нарком путей сообщения Моисей Рухимович говорил: «Мы доказали всему миру, что способны создать поезд и запустить поезд, который лучше, чем у капиталистов. Но он у нас как бы для красоты, ведь не станут же товарищи рабочие пользоваться техникой, чуждой им по классовому духу». Золото и хрусталь, ресторанное меню с фирменной куриной грудкой, белые ночи. В люксовом вагоне всего 4, даже не купе, скорее комнаты с мягкими диванами и целым набором услуг класса VIP. По-настоящему домашний комфорт быстро оценили гастролирующие артисты театра и кино. Звезды эстрады «Красная стрела» стала местом подорожной встречи творческой элиты двух столиц. Среди звездных пассажиров часто пользуются нашим поездом актер, например, ну, Евгений Дятлов, Гоша Куценко, точнее, Юрий Георгиевич Куценко, Елизавета Боярская, несколько раз в месяц. Людмила Безуспорис и сама по себе звезда, женщина, начальник поезда. В принципе, большая редкость, а чтобы еще и поезда номер один. 3 года безупречной службы на других направлениях. Знание языков приветствуется. В целом, бригада проводников «Красной стрелы» – это белая кость российских железных дорог. Зарплата побольше, чем в других фирменных. Престиж, но и ответственность запредельная. Начинала я, как все, на обычных поездах работать. И да, меня пригласили на «Красную стрелу». Для меня это было очень неожиданно, потому что попасть сюда очень тяжело. Даже есть какая-то гордость. Их работа не заканчивается по прибытию. Поезд надо подготовить к следующему рейсу. Перестелить белье, отмыть запылившиеся красные бока. Пристальное внимание к ходовой. Тех, кто придирчиво осматривает и бережно простукивает колесные пары, можно смело сравнить с настройщиками фортепиано. Неисправность они определяют на слух. Один раз ниже центра ударили, услышали двойное биение, то есть металлический звон какой-то. Ну все, можно скрывать крышку и смотреть. И уже можно убедиться, есть разрушение подшипника или нет. Это же музыкальный слух нужно иметь. Не совсем. Опыт. И вот уже до блеска надраенный первый фирменный готов совершить свой юбилейный рейс. Примечательно, что между двумя столицами летают две стрелы. Обе зеркально отправляются в путь навстречу друг другу. Ровно в 23:55. Считается, что это время установил лично сталинский нарком Лазарь Каганович, якобы с заботой о командированных пассажирах. Тем самым они получали суточные за лишний день. Евгений Соловьев, Станислав Фоменко, Дмитрий Родригес. Новости, телеканал «Санкт-Петербург». Сейчас у нас на связи старший научный сотрудник Музея железных дорог России Анна Мильтон. Анна Святославовна, добрый вечер. Вот первая красная стрела, она была синего цвета. Почему так и когда она действительно стала красной? До революции все вагоны первого класса окрашивались синий цвет. Это была их отличительная черта. В 1931 году именно из таких вагонов была составлена красная стрела. Поэтому она была синего цвета. А называлась она красной, ну, как в Советском Союзе было принято, все было красным. В 70-х годах проводников начали обучать английскому и немецкому языку. Сохранились ли такие правила сегодня? В 70-х годах возрос поток иностранных туристов. В связи с этим обучение английскому и немецкому языку стало обязательным для проводников «Красной стрелы». Сегодня эта традиция сохраняется. И на данный момент их уровень подготовки сравним с уровнем стюардесс. Анна Святославовна, спасибо за беседу. У нас на связи была старший научный сотрудник Музея железных дорог России Анна Мильтон.
Изменение границ Петербурга сегодня обсуждали, а в Мариинском дворце в черту города предлагается внести 3 намывные территории. Петербургские депутаты сегодня поддержали соответствующее обращение к Совету Федерации. Предполагается, что в границы города войдут намывные территории у порта Бронко и со стороны Газпром-арены. О чем еще говорили на еженедельном заседании парламента, в репортажу Александра Буренина. Как дольше не уехать с ярмарки? Петербургские парламентарии обсуждали сегодня изменения в правила организации подобных торговых территорий. Срок работы продлен вдвое, до 60 дней. И в большинстве с этой идеей депутаты согласились. Возникли лишь уточнения. В городе есть ярмарки, себя хорошо зарекомендовавшие, а есть те, кто торгуют достаточно спорной продукцией. Сразу пояснили, подобный вид торговли пользуется популярностью у горожан, и это является подспорьем для бизнеса. Производителям сложно сотрудничать с торговыми сетями. Зачастую реализация их продукции носит периодический или эпизодический характер. И тогда формат ярмарки является единственным адекватным форматом их розничного сбыта. Правда, есть мнение, что под прикрытием ярмарок порой пытаются торговать некондиционными товарами. И допускать полную свободу нужно аккуратно. Не кажется ли вам излишним стимулировать универсальные ярмарки, на которых зачастую продажа идет товаров очень низкого качества, и они у нас кочуют по району с одной улицы на другую. Ну вот какие-то они такие не очень презентабельные. Обсудили сегодня идею изменений транспортного соглашения с Ленинградской областью. Для жителей двух регионов льготы не одинаковые. Есть предложение их уравнять. Петербургские пенсионеры имеют право в Ленинградской области ездить только на 61 маршруте автобусных перевозок. В то же время пенсионеры Ленинградской области имеют возможность в Петербурге пользоваться и метрополитеном, а также большим количеством автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Также сегодня в парламенте наградили победителей литературной премии имени маршала Говорова, а позже заслуженному строителю России Вячеславу Заренкову вручили премию «Почетный меценат». Александр Буренин, Александр Скоков, Александр Лоскутов, телеканал «Санкт-Петербург». Пользователи кикшеринга сегодня утром обнаружили, что самокаты исчезли из приложений и с улиц Петербурга. Сервисы приостановили работу, чтобы урегулировать вопросы, касающиеся движения электротранспорта, включая зоны запрета. Накануне компании аренды самокатов договорились с властями города ограничить скорость на главных туристических улицах до 10 км в час. Ну и вот сегодня стороны подписали соответствующее соглашение. Езда на электросамокатах будет запрещена на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Малой Морской улице до 12 июля текущего года. Речь идет в первую очередь о Невском проспекте, близлежащих улицах, улице Восстания, улице Марата, а также мы говорим о всех улицах в центральной зоне, которые являются туристически загруженными. Там, где большое количество пешеходов, там, где скорость – это первое, что нужно ограничивать. Поэтому мы рекомендовали всем шеринговым компаниям, осуществляющим шеринг, ограничить скорость до 10 км в час. В случае необходимости, если этого будет недостаточно, мы будем рекомендовать ограничить скорость еще. И напомню, в этом сезоне количество аварий с участием самокатов в Петербурге увеличилось в десятки раз. Некоторые из них закончились уголовными делами. Сейчас в городе работают 8 кикшеринговых компаний. Все вместе они предоставляют пользователям более 12 тысяч самокатов. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений на сайте госуслуг. Необходимо лишь дать соответствующее согласие на портале и указать актуальные банковские реквизиты. Нововведение коснется мер господдержки, связанных с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и других. Выплаты будут начисляться по заявлению без предоставления дополнительных справок. Такая возможность появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. В Петербурге прививку от коронавируса сделали 727 760 горожан. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию COVID-19. Более трети вакцинированных петербуржцев – это пенсионеры. Из 3 доступных вакцин чаще всего выбирают препарат «Спутник Ви». Им привились почти 700 тысяч горожан. Препараты «Пивакорона» выбрали 22 356 петербуржцев вакциной «Ковивак», которая поступила в северную столицу. В конце мая привились уже 5 869 горожан.
Правительство поддержало законопроект Совета Федерации, по которому гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 14 лет запрещается выгуливать домашних животных. Инициативу планируют изучить в Госдуме. Также предлагается давать регионам права на установление новых требований к содержанию питомцев. Это возможность регламентировать длину поводка, а также регулировать количество домашних животных, которые могут содержаться в одной квартире. Кабмин предложил продумать финансирование дополнительных полномочий, хотя авторы законопроекта считают, что дополнительных расходов инициатива не потребует. Сахатова участника дорожного движения сегодня утром заметили на перекрестке Парашютной и Долгоозерной улиц. Кадры очевидцы опубликовали в соцсетях. Лось, нарушая ПДД, пробежал по магистрали, лишь чудом не попал под колеса проезжающих автомобилей. В комментариях горожане предположили, что лось опаздывает на работу, либо на всех парах несется в зоопарк, где скоро будут подавать завтрак. Экипаж строящейся подводной лодки «Магадан» сегодня провел учение. Военнослужащим предстояло покинуть субмарину через торпедный аппарат на глубине 8 метров. Условия экстремальные и максимально приближены к реальным. Как справились, увидел Вадим Федосеев. Включиться в аппарат. Экипаж «Магадана» экстренно покидает подлодку. При этом она даже еще не заступила на службу. Парадокс? Не совсем. Это легенда учений, и проходят они на экспериментальной базе. Условия максимально приближены к реальным. Это труба торпедного аппарата. Именно по ней в случае возникновения внештатной ситуации члены экипажа и покидают субмарину, а уже затем поднимаются на поверхность. Этот аппарат был частью подлодки типа М «Малютка» 36-го года постройки. Во времена Великой Отечественной она служила на Балтике. И все же, несмотря на историческую ценность агрегата, вряд ли можно сказать, что экипажу повезло. Путь к свободе – узкое замкнутое пространство. И это не последнее испытание. После участники учений попадают в бассейн глубиной 8 метров. При реальной аварии она, конечно, может быть намного больше. Поэтому подниматься на поверхность нужно аккуратно, постепенно, преодолевая расстояние частями и давая себе время на отдых. Иначе может случиться то, чего боятся все водолазы. Резкое повышение давления приводит к кессонной болезни. В результате нарушается кровоснабжение, разрушаются стенки сосудов и клеток. Учения прошли под чутким, но строгим руководством наставников. Они внимательно следили за тем, чтобы соблюдались все правила безопасности. Самое главное понимать, то, что твоей жизни не угрожает опасность. Цель данного мероприятия – отработать подводников, отработать их уверенные навыки для того, чтобы они уверенно чувствовали себя в воде и были спокойны. Впрочем, поволноваться все равно пришлось. Тренировались не только опытные подводники, но и некоторые сотрудники адмиралтейских верфей, которые во время ходовых испытаний будут следить за правильностью работы всех механизмов субмарины. Индивидуальные особенности каждого человека различны, поэтому сколько нужно было человеку времени на изучение, подготовку, столько и отрабатывалось. Тоже мы несем ответственность за жизни людей и не допустим человека, который не подготовлен в торпедный аппарат. Учения прошли для всей команды. Ходовые испытания подлодки намечены на конец июня. Вадим Федосеев, Александр Аксенов, новости, телеканал «Санкт-Петербург». Уже в субботу православные христиане отпразднуют 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. Согласно церковной традиции, день рождения защитника Новгородского княжества отмечают 12 июня. Сегодня представители РПЦ и городского комитета по культуре рассказали о программе празднований накануне и в день 800-летия. Так, в пятницу в Александра Невской лавре состоится открытие выставки икон святого. Каждая из них слышала мольбы, просьбы, слышала слезы, радости по случаю того, что исполнилось то или иное просимое. И вот это главная такая отличительная будет черта этой выставки. Что касается мероприятия 800-летия, важно отметить, что учрежден целый план, он подписан руководителем нашего города Александром Ильичем Бегловым. И помимо мероприятий плана, мы приветствуем те инициативы, которые появляются в течение всего года. Также верующих приглашают присоединиться к божественной литургии. Ее проведут в недавно возвращенном лавре храме Александра Невского. Служба начнется в субботу в 8:30 утра. После богослужения в зале духовно-просветительского центра состоится научная конференция, посвященная образу благоверного князя как святого.
IT-кластера Центра современных технологий, инновационные проекты в стенах самого крупного памятника архитектуры довоенного Ленинграда. Первый этап обновления Дворца культуры имени Кирова завершился. Новое общественное пространство, несмотря на современную составляющую, сохранит культурное наследие и внешний облик здания Дворца культуры. Артем Шарипов продолжит тему. Длинные перспективные залы, колонны из мрамора. Понятно, что вы чувствуете, что в целом в советском государстве все хорошо. Остается только танцевать, что в мраморном зале делали чуть ли не каждый день. А потом еще и в кино ходили, и в кафе. Кажется, в этом ДК было все, что нужно советскому человеку. И все здесь помещалось. Это был самый большой в Ленинграде дом культуры. Он абсолютно нелинейный, несимметричный. Да, это такая сложная структура. И получается, что в соответствии своему времени это здание прекрасно показывает именно принцип функционального зонирования. Хватало места даже театру, на сцене которого в начале 70-х выступал Николай Буров, народный артист России. Мариинский театр, когда перестал быть Кировским театром, попытался переименовать все, в том числе и балет. Но весь мир помнил, что это Киров. Балет. И до сих пор вот эта вот марка существует. Мне очень нравится, что здесь достаточно бережно отнеслись к тому, что это Киров ДК. Театр при ДК имени Кирова, возможно, появится снова, но об этом станет известно позже, когда начнется второй этап возрождения. Сейчас же выполняют противоаварийные работы, которые завершат в конце года. Для нас это не просто проект, а труд, да, устремленный в будущее, при этом сохраняя бережно прошлое. Это наш девиз. Согласно девизу, акцент нового дома культуры будет сделан на образование. Здесь появится центр развития инноваций. Заработают коворкинги, зашумят переговорные, откроют двери IT-лаборатории. Фуд-холлов по просьбе местных жителей будет немного, а главное, вместо парковки, по крайней мере ее части перед зданием, появятся деревья. У горожан, вообще у жителей там, Петербурга и вообще любой точки мира очень велик запрос на образование в течение всей жизни. У нас работает практически 40 всевозможных кружков детских, подростковых и спортивных секций. При этом, конечно, мы хотим немножко дать им более современную уже подачу. Повезло Дому культуры с расположением. Рядом строят развязки, но главная надежда на метро. Мы все-таки рассчитываем на то, что метро появится, и появится ранее, чем 2024 год, как это сейчас анонсировано. Новый ДК отлично вписывается в россыпь общественных пространств острова Василия Островского рынка, Севкабель-порта и музея Эрарта. Большой ремонт в Доме культуры закончат в 2024 году. Артем Шарипов, Юрий Юхнин, телеканал «Санкт-Петербург». Петербургские школьники будут знакомиться с новыми профессиями. На площадке Академии цифровых технологий стартовала тематическая смена юниоры WorldSkills Russia. Как работает профильный летний лагерь и какие профессии примеряют на себя подростки, узнала Светлана Бахчеванжи. Новый день для ребят, как и в традиционном лагере отдыха, начинается с зарядки. Однако здесь, после физической разминки, они отправляются не на игровые площадки, а на мозговой штурм, который скорее больше похож на увлекательное путешествие. Чтобы попасть в профильный лагерь, школьники сначала прошли конкурсное задание и теперь их ждет знакомство с 19 компетенциями в самых разных областях. Это веб и промышленный дизайн, мобильная робототехника, видеопроизводство, реклама, системное и сетевое администрирование. Это те специальности, которые сегодня популярны и востребованы на рынке труда. Для детей это возможность попробовать себя в профессии сейчас, в школьном возрасте. Так, десятиклассник Никита планирует стать звукорежиссером и уже завоевал серебряную медаль на национальном чемпионате России WorldSkills. Все началось с музыкальной школы, с занятий музыкой. И потом, ну, как-то раз дали посидеть за пультом. И с этого момента, в общем-то, я начал больше и больше интересоваться звукорежиссурой, развиваться в этой области. Северная столица – одна из пионеров юниорского движения в стране. И как результат, петербургские школьники по своим навыкам и подготовке на голову выше остальных. Сегодня почти 300 ребят пробуют конструировать и управлять дронами, разрабатывать мобильные приложения, учатся веб-дизайну. Для этого в Академии цифровых технологий созданы все условия. Они знакомятся с профессиями будущего, они знакомятся с экспертами. И это, наверное, первый шаг для того, чтобы они правильно выбрали свое предназначение. Но, как говорят знатоки, даже если им не понравилось, это тоже уже результат. То есть мы даем попробовать, да,
профессию на вкус. При этом популярны не только цифровые специальности. Компетенция промышленная автоматика, где школьники работают в основном руками, словно матрешка, скрывает в себе много других смежных профессий. Первое – проектировщик. Это инженер, который занимается разработкой оборудования, которое потом занимается управлением каким-то технологическим процессом. Второе – механический монтажник. Это человек, слесарь, который умеет обрабатывать металл. По выбранным направлениям участники тематической смены смогут пройти демонстрационный экзамен. Например, найти и устранить неисправность квадрокоптера и запрограммировать его на автономный полет. Школьники получат скиллс-паспорта, которые в будущем при поступлении в колледж или вуз могут дать определенные преимущества. Светлана Бахчеванжи, Сергей Улитин, новости, телеканал Санкт-Петербург. В завершении выпуска о погоде. Завтра в Петербурге будет солнечно. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24-26 градусов. Ночью плюс 12, плюс 14. Благодаря ясной погоде в четверг петербуржцы смогут увидеть солнечное затмение. Оно начнется около часа дня. Явление наблюдать смогут по всей территории страны, за исключением Кавказа. Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург» продолжит мой коллега Иван Лосев с новостями спорта. Иван, добрый вечер. С чего начнете? Александра, приветствую. Добрый вечер, друзья. Дисквалификация петербургского рефери, усиление волейбольного «Зенита», ну и, конечно же, подготовка сборной России к чемпионату Европы. Друзья, полноценные 10 минут исключительно в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». Начинаем через 7,5 секунд.